приветствую, друзья и гости канала. Всем огромный привет. Мы находимся с вами в Лазаревском. И я приехал в жилой комплекс, который называется «Звезда». Дом полностью сдан. Сам первый сдался из той нашей Святой Троицы. Это жилой квартал, жилой комплекс семейный «Звезда». Соответственно, люди уже делали ремонт, живут, сейчас тоже ведут ремонты. И, в принципе, от застройщика ничего не осталось. Но есть предложение от инвесторов, которые вы можете спокойно найти у меня на канале. И в том числе у меня со мной в переписке. Мы с вами находимся сейчас на парковке. Парковка, в принципе, большая, да? Опять же, смущает то, что уже мест осталось не так уж и много. Но в целом, все сделано хорошо. Отдельно сделана зона барбекю, конечно, здесь вот по соседству вот эти непонятные гаражи, страшное зрелище. Но в целом, ребят, здесь же еще есть возможность кому-то увидеть и аквапарк. Здесь построился рядышком отель. Смотрите, да, такие горки, как будто в Турции. Вот как бы так. Что по факту мы имеем? Жилой комплекс «Звезда» построился по федеральному закону 214. Из плюсов, например, между семейным, то, что готовый, изданный и построенный, если, например, сравнить с жилым кварталом, то большой плюс – это, конечно же, то, что здесь у нас индивидуальный газовый котел, и при этом, как бы, вы должны понимать, что, как бы, коммунальные платежи здесь будут в разы меньше, чем в жилом квартале. Это плюсы. Из минусов – это у нас новостройка, которая только сдалась, и, соответственно, это тот вариант, когда еще будут ремонты, штробить, долбить, и к этому придется как-то привыкать. Соответственно, два подъезда, как бы так называемые два корпуса. Внутри сделано вполне даже хорошо, вполне даже прилично. Ну, я так считаю, что прилично сделано, потому что есть, например, застройщики, которые строят дома в два раза дороже, но при этом, соответственно, качество в два раза хуже. Здесь все сделано очень даже хорошо, очень даже добротно. Ну, серьезно, не перекопаться, и стены хорошо, что выполнены, плитка не самая дешевая, и двери вполне даже достойные. Ну и, соответственно, здесь можно купить квартиру уже готовом сданном доме по цене 100 тысяч рублей за квадратный метр. Сделка будет сразу в Росреестре, соответственно, можете заходить на ремонт и спокойно наслаждаться, не знаю, жизнью. Рядышком есть школы, детские сады, до моря пешком 20 минут, есть супермаркеты всевозможные, и вот как бы так. Ну что, наверное, много чего рассказал. Давайте выйдем, все-таки посмотрим территорию. Два лифта уже работают, и, в принципе, здесь уже люди полноценно живут. Вот как бы так. Ну что, ребят, мне здесь понравилась именно игровая площадка спортивная, очень даже приличная, хорошенькая, и, конечно же, понравилось то, что здесь все-таки привезли землю, здесь будет скоро очень много зелени, как бы так. Вид у нас присутствует на горы, ну и снаружи дом смотрится вполне даже себе прилично, ребят. Да, открытых балконов с этой стороны нет, но и без балконов все очень даже прекрасно. Соответственно, сейчас у нас заливается стяжка, как это делать, да, какой-то там свой стул уже себе. Ну и вот она есть у нас, в том числе и спортивная площадка, где, если вдруг у вас будет, застанет вас коронавирус, вы сможете хотя бы выйти и немножечко позаниматься. Ну, как бы так, заезд удобный, шлагбаум будет, соответственно, видеонаблюдение. И вот рядышком стоит прям дорогущий у нас отель. Ну что, ребят, дом получился очень даже приличный, очень даже хороший, очень даже качественный. Поэтому добро пожаловать в Сочи. Перепродажа у меня имеется, поэтому пишем, пока я эти квартиры не буду снимать, потому что, в принципе, обзор этих квартир у меня есть на канале в предыдущих видеороликах. А так, конечно, всего лишь у меня три квартиры здесь осталось. Три квартиры по 35 квадратных метров, это типовые однокомнатные квартиры. Это одно вот такое маленькое окно и вот, соответственно, вот такое одно окно в пол. Да, вот такой застекленный. Это должен быть балкон, но полностью все застеклили, и получается полезная площадь увеличилась. Поэтому не пугайтесь, что в документах у вас, например, будет одна площадь, а по факту будет другая. Например, в документах у вас там 32 квадратных метра, а по большому счету это не 32, а там будет 36 квадратов. Вот как бы так. Ладно, ребят, если вдруг хочется приобрести в готовом сданном доме по цене, точнее, какой цене? По цене не ниже, чем новостройки, которые продаются у нас в Кудепсити,
в Дагомысе и так далее. Обращаемся, с большим удовольствием помогу, с счастливым обладателем. А теперь всем добра и пока.